Привет всем зрителям канала Мылопт. Это большая распаковка посылки. Такие товары я получила. Это на 100 миллилитров флакон с дозатором. Так, это флакон на 100 миллилитров также. Такой он очень неплотный. Так, и вот такие флакончики по 50 миллилитров, ну это 40 санитайзер, 50 вот с таким дозатором, такая бутылочка. Дальше, это я по 10 штук брала тару со стеклянной пипеткой. Для духов такой флакон с шариковым дозатором. Вот. Такой флакончик для духов со спреем. Он так раскручивается. Так. Такой флакон тоже стеклянный. Так, вот такой флакончик. Так, и крышечка где-то тут была. Вот она. Красиво выглядит флакон такой. Так, кокосовое масло. Вместо ведра такие были две упаковки в этот раз. Так, кукурузный крахмал 50 грамм, карнаубский воск попробовать взяла, едкий калий, очень хорошее качество, мгновенно растворяется, кокосовое масло нерафинированное. Так, и нерафинированное масло ши. Литр масла персиковой косточки всегда беру. И взяла цикламетикона килограмм. Также 200 грамм вот такие вот баночки я взяла. Достаточно плотные, качество хорошее. И такие набор пищевых ароматизаторов, эфирных масел. Покажу вам масло персика, масло апельсина, косточки без запаха. Ароматизатор пищевой, персидский персик, очень яркий запах, классный. Так, пищевой ароматизатор банановый, дальше мясной. Эфирное масло имбиря, биозолото 10 миллилитров, эфирное масло манго, ароматизатор пищевой, также пиноколада, эфирное масло мангостина, так, кофе капучино Литва и эфирное масло ванили. Это весь мой заказик. Спасибо работникам сайта, как всегда, за вашу работу. По моей просьбе раньше прислали мне посылочку, так как я еду в отпуск. И, как всегда, довольна качеством товара. Всем рекомендую этот сайт. Спасибо за просмотр и всем пока.